Дорогой мистер Старик, людей нанял. Удар завтра. После смерти Дизраэли Билли коррупции не пройдет, а Гладстон будет сговорчивей. Да хранит вас отец, так далее. Б. Стало быть, Старик решил заняться политикой? Нужно попасть в синопский клуб и узнать, кто этот Б. Будь осторожнее у парламента. Не учи ученого. Твоя неосмотрительность у Банка Англии почти что обвалила фунт. Главное слово – почти. Кстати, об обвалах. Как там ключ, который мало что открывает? Генри его изучает. Думаю, хранилище наше. Почти наше, Иби. Почти. Письмо? Для меня? Все хорошо? Что случилось? Ваш брат. Что на этот раз? Газеты трубят об убийстве Топпенни, и это еще не все. Кто-то украл клише для печати денег. Это тоже был Джейкоб? Сомневаюсь. Теперь банку не доверяют. И английскому фунту. Будет инфляция, бунты. Производство, конечно же, перекочует в Америку, если вкратце. Британия обречена. Джейкоб, вот теперь ты и правда влип. А если я верну клише обратно в банк? Ну, это поможет. Это подвергнет сомнению все слухи об убийстве Топпенни и восстановит веру в экономику. Решено. Я спасу Британию. Да, и если вас не затруднит, не могли бы вы уничтожить все фальшивые купюры, которые вам попадутся? Конечно.
Я рад, что вы решили помочь. Идемте. Неподалеку платят фальшивками. Ну, скажем так, фальшивками. С такими клише невозможно отличить поддельные фунты от настоящих. Мистер Эберлайн. Если это всплывет, я уже говорил. Люди перестанут доверять деньгам. Бунты уже начались. Мистер Эберлайн. Вы двое, за мной. Не хочу, чтобы меня ограбили по пути. Вот кто мне нужен. Ты слышал о банковском бунте? Пусть бунтуют сколько угодно. Мы не вернем клише. Ну и что это даст? У него все равно нет настоящих денег. У нас есть клише. Все деньги настоящие. She can't possibly think she's hidden from Seth. Bless her, she's gone scatterbrained. I wonder what she's up to. Ничего не знаешь. За это я удвою тебе жалование. Поддельных купюр, ага. Что ты сказал? Ничего, сэр. Ну, давай. Но! Вот так вот. Давай. Будьте начеку. Мало ли кто сюда сунется. Есть, сэр. Не смейте открывать двери. Есть, сэр. Это место надо охранять, как сам Банк Англии. Так и сделаем, сэр. Не подведите ею время! Посмотрим, как ты после
А теперь вернуть обратно в банк. Молодец. Вот.
Будто всегда тут лежали. Итак, газета Лондона пишет, что это была уловка. Бунты стихли. Банку Англии снова доверяют. Наконец-то я смогу отдохнуть. Мисс Фрай, огромное вам спасибо. Я рада, что все закончилось хорошо, сержант. Хотя благодарить меня должен Джейкоб.
Чем ты там прячешься? Сегодня меня лучше не трогать! Готовься к смерти! Я иду! Thank you.
How you doing, Evie? Lulled by the moonlight. Wonder.
У меня нет времени на крыс. Вздернуть их! Не провоцируй меня!
наконец! Terrible driver.
Тихо. Не бойтесь. Спасибо. Банда чертовки Норы объявила вашу войну. Оружие любое. Противникам удачи. Посмотрим, как... Да ты просто ничтожен!
Леди и джентльмены, мы Иви и Джейкоб Фрай. И с этого дня вы работаете на нас.